И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем смотреть крутые постройки. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. Димочек, поздравайся. Всем привет. Подождите, во, чё? Это циклоп. Это робоглаз. Мне кажется. Так, подожди, давай сяду в него. Во. Показывай. Потом ты сядешь, да? Так, что он может? Шагать, как дурачок. О. Это же робот. Во, вот так иди с руками поднятыми. А теперь это зомби какой-то. Типа... Воу, вот это подстрачник. Прикольно. Так. Это у нас Папечмон. А что у него жопа? Он какой-то стрёмный, Дима, у него глаза какие-то. У него такое пузо здоровое. Улыбка вообще на высоте. Это он хва... Прикольно сделано. Типа садится и хвостом машет. Встал. У него внутри. Чё, а чё ты падаешь? Да посмотрим, что у него... Испортил. У него движок есть внутри. Чё внутри там? Ой-ой-ой! А чё она заела? Тихо-тихо-тихо, не психуй! Мы тебя сейчас починим! Стой-стой, покемошка! Покемор... Мы всё починим! Живи! Так, сейчас я поставлю новый движок. Давай. Это чё за движок такой? Это новый! Колючий. Во! Починили! Да, как смотри, как хорошо ездит. По всему что-то полю осталось. Так, о, железный человек, сколько их версий мы уже пересмотрели? Это такая версия, интересная. Не, должен был по-любому что-то делать. Может, давай этого взорвем, ты нового поставишь? Я говорю, все-таки... Душу убрал. Давай этого поломаем. Так прикольно развалился. А ну давай другого, все-таки, мне кажется, его можно включить. Да можно, можно. Так, 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 чтобы использовать дальность. У него душа есть. Духовой какой-то. О, тут что-то я нажимаю. Ой, я в него сел. Димас, реально, где я? Так я не знаю, как ты влез туда. Меня засосало туда. Сейчас, 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 Димас, еще заново поставлю. Давай, давай, мы все-таки, кажется, его изучим. Он летает. Я понял, как в него садиться, сейчас. А где? Где-то здесь. Сейчас. О, сел. Так, ну, давай. Едь, давай, челик. Поехал. Ну, какие кнопки нажимать надо? Ну давай. Шевелись. Не падай, нет. Диманчик, что-то он не ш... А механизмы-то есть? Есть? Есть, конечно, есть, Димас. У него тут целая куча механизмов. Ого, он встать может. Вот как, ребята, железный человек отправляется на покой. Вот так вот. Четко вообще. Под тысячами бомбами. Димас, отойди. Так, отойди, давай. Подальше. Будет огромная постройка с размером двухэтажного. Давай, я отхожу далеко. Сарая. Давай. Сейчас. Ого! Музыкальная постройка. Ребята, ставьте лайкосик, если вам нравится музыкальная постройка. Да, новая музыкальная постройка. Я ее откопал из недр скрап-механика. Сом. Ай, меня подкинуло, сейчас же приземлюсь. Так, я тебя вижу. У тебя она еще грузится? О, все, прогрузилось. Так, я убираю хорошая подставку. Постройка. Попкорн такой прикольный, улыбается, язык высунул, вообще крутой. Так, так, я, Димончик, лечу к тебе, Димас. Да, давай, давай, давай. Жду. Жди. А ты уже все, да, цепил? Да, я жду. Подставки. Все, давай, поехали. Поехали. Ребята, давайте, пишите в комментариях, угадаем, какая это мелодия. Я не знаю. А я без сам, без понятия. Что-то странно играет. А! Чтобы жопа не потела, не кусали комары, мама шила мне штаны из березовой коры. Не знаешь такую песню? Димас, классно ты спел. Мне понравилось. Смотри, прям басик пошел. А, вначале был оригинал, а теперь ремикс, да, слушай. Да-да-да. Не, хотя припев такой есть. Прикольно. А если движки, Димас, ускорить? А сейчас я назад поеду, Димон. Ого, я ж подпрыгиваю. Тихо, тихо, тихо. Димон, ты готов? Да, 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 давай. Мы так еще не делали. Давай, давайте заслушаем в нормальном ритме. Подожди. Подожди. Подожди, подожди. Стой, 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 стой. Она ж подпрыгивает. Сейчас, подожди, надо настроить на нормальном ритме. Все, едь вперед.
Это оригинал, да? Да. А сделай чуть-чуть медленнее, просто как будет. А медленнее некуда. А вот медленнее. Ну все равно похоже. Давай. Очень. Стандарт, стандарт. О! Прикольно, да, Димон? Да, классно. Димас, а если полностью все движки на максимум выкрутить, сейчас... Давай доиграй, да, потом уже. Да, 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 да. Еще длинная она. Вот челик заморочился, да, сколько ставить? Ну зато круто сделал, Димас, очень. Мне понравилось. Все, давай, Димас, я выкручиваю все на максимум. Аккуратно, тихо-тихо. Так, Димас, приготовься. Ой. Сейчас будет... Подожди, стой. Ого, я ничего не жму, оно само газует. Тихо, постройка, тихо. Тихо, не в ту сторону. Да стой, ровно едь. Тихо-тихо, да что такое? Давай, Димас, поехал. Едь. Бери разгон. Так лучше, да, получилось, чем оригинал даже? Едь. Понятно. Вот это скорость! Ребята, очень устойчивая техника. Так, я к тебе еду. Взрываю, видимо, пошел взрыв. Ого! Подвисает. Бум! О, прикольный взрывчанский. Ты не все взорвал, еще сзади есть. Конечно, Димас, такая постройка за раз не взорвется. Очень уж большая она. Я еду, чтоб тоже взорваться. Бум! Получилось? Ого, эпично, о, да. Попкорн прикольный нарисовал. Да, вообще. Надо взорвать ее. У вас столько кубиков потратил, чтобы попкорн нарисовать еще. Так, да, заморочился. Ну, красавчик, молодец, чувак. Все исчезло полностью. Ой, да, растворилось. Так, ну давай следующую построечку тогда. Тоже, Димас. В музыкальное? Музыкальное, давай. Конечно. Yes, of course. Как же без музыки? Так. Где начало, музыка, где конец? Все. Так, поехали. Ну, ну. Так, вот. Ребята, пишите в комментах и угадываем, что это за музычка. Потом мы это немножко ускорим, чуть-чуть. Это потом. А? Что за музыка такая? Очень знакома. Блин, похоже, не могу узнать. Он и вверху, и внизу сделал, вообще жесть. Да, 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 я вижу. Видать, не хватало ему просто этих штучек. Не знаю, как будто я ее слышал, но не слышал. А я знаю, специально не буду говорить. Хорошо. Не знаешь по-любому. Не знаю, не буду говорить. Давай, Димас, только до конца не доезжай, я сейчас ускорением бахну. Не, я прям до конца доеду, падать не буду. Да-да, вот главное не падай, потому что я тебе будет классно. И... Все, Димас, остановку делай, остановку. Так. Ну, останавливай. А там упоры есть. А, упоры, все, понял, хорошо. Подожди, пока не... Тихо, я, ты сам газуешь моим движком новым! Ну куда не едь, штуковина? Так, Димон, ты как-то его заклиниваешь, что ли? Я ничего не заклиниваю. Да, да. Так, что-то не получается. Так, тихо, не газуй, мужик. Все, Димас, я на максимум все движки сделал. А ну, убери эти упоры, вот с правой стороны мешает. Так, что с... А, с правой? Палку надо удалить, вонючую. Палку надо удалить вонючую. И? А чё она уже газует? Ты опять не движок! Ты куда помчал? К тебе еду! На смерть! Беги! Вся? Нет, не вся, хочу добить. Нет, чуть-чуть еще осталось, малясик. Так, убираем. Давай! Взрыв! Димас, а это кто у нас такой, а? Это Димас ТВ, а, так это и мой канал. Димас, спасибо, ребята, классная постройка, мне нравится. Это подписчик Назар сделал.
Красавчик. Если будешь смотреть этот ролик, привет тебе от меня. Давай включаем. Ого, я такой конченый звук издаю. О, Димас, ты злой. Кстати, прикольно, смотри. Смотри, нормальный. Злой. Кстати, непривычно, механизм, да, добавил? Злюка. О, стой, я знаю как, надо не так сделать, сейчас. На сяру ты ему влепил. Да-да-да, сейчас. Дима, смотри. Прощай, постройка. Юль, может, кстати, любой скачать под названием Димас.тв. Кто угодно захочет, тот и скачай. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!